Пример. Пример, пример. Ну, там дельфины решили, смотри. Да, я их посчитал. Да? Да. Вон там дельфинарий. Вот такие арбузы. На территории гостиницы получается. Да? Мне кажется, да? Кипичка, да, там что-то такое. На территории какой мы гостиницы? Сейчас чихну. Не знаю, Moonlight, что это такое. Да? Линия зон направо, дельфинарий, вот тут все. А это комплекс какой-то тут. Это что такое? Меню? Здесь да. Вообще как гавань, смотри. Меню. Видишь? Меню. Меню нам не надо. Как тут такое здорово. Мне ну, нравится. Мне здесь очень понравилось. Мне тоже. В следующий раз едем сюда. Ой, смотри, вот эти не бунгало, как они эти называются. Кровати, короче. Да. Мне здесь очень нравится. Да, это коленная. Где? Вот. Это, конечно, от гостиницы просто. Может, это гостиница? Может быть. Тут ограждено, смотри, как парк. Дельфин парк. Ну да. Я показываю дельфин парк. Ой, смотри. Позвоним домой. Ага. Тюрки. Телефон. Встань рядышком. Не хочу. Nike Club. Может, это сеть чего-то, да. А-ля карт. Найк с а-ля карт. Это ресторан, а-ля карт. Ну.
Это сеть, наверное, такая. Знаете, я так понимаю. Да. Ну, здесь еще не сильно. Да? Угу. В желтеньких ходят, это обслуживающие, наверное, да? Наверное. Сама гостиница, да, я что-то понять не могу. Не знаю. Где гостиница? Гостиницу потом найдем. Ну, вон, может, какая-нибудь. Да ты что, такая маленькая? Да. А там название какое-то. Вообще не понять, что это. Листа какая-то. Еще и наверх подняться могут. Какие домики? Не домики, а эти, да? С кроватками. Лежачка. Так там все уже, мы не выйдем. Посмотрим только. Я не знаю, куда. Там, наверное, да, все. Да, уже. Да, все. Да. Валишь там. Да это не ничего. Там дальше нет прохода. Есть? Вот карта немецкая. Moonlight. Moonlight. Турист. Moonlight парк. Так это вообще как парк может считаться просто? Может. Не как гостиница, а просто парк. Кто хочет пришел, тот пришел, снял себе. Может, на, наверное. Скорее всего. На втором этаже что-то, да? Надо подняться, посмотреть, ради интереса, что там такое. Что здесь на втором этаже? I want to look. Okay. Слушай, как тут классно, да? Лежачками и столами прямо в водичке.
это платная, да? Ну, я думаю, да. Просто это как лайф-парк, такая территория, где хочешь, там и отдыхаешь. Это их местный аквапарк. Это по-нашему аквапарк. Многие кроватки. Классно тут, да? Да, офигенно, да. Ну это видишь, это в основном турки, наверное, кто приезжает, кто не это без этих отелей, что ли, я не знаю. На день здесь отдохнуть. На два. Надо было спросить, сколько стоит. Надо было спросить, спросила бы. Ну да, вон парковка там, на машинах приезжают. И в таком оазисе отдыхают. Отдыхают просто здесь, кто да? Так хочет. Места много. Там больше туристы заказывают.